Резкое похолодание в Великобритании сказалось не только на людях, но и на животных. В заповеднике для приматов близ города Суонси в Южном Уэльсе шимпанзе согреваются всеми доступными средствами, включая горячий чай и одеяло. Одна обитательница заповедника уже несколько дней не расстается с любимым пледом. Смотрительница говорит, все дело в том, что животное не привыкло к открытому пространству. Она жила в помещении примерно 29 лет, так что она просто так привыкла. Ей нравится ходить в одеяле, оно никак ей не вредит. Поэтому если она хочет согреться, то у нее оно есть. Обычно эти обитатели африканских лесов наслаждаются жарой или прохладой тропических ливней. Впрочем, похоже, некоторым снег тоже пришелся по душе и по вкусу.